С обручем и без юной гимнастки выходили на ковер по-разному. У каждой участницы открытого турнира огонек в глазах и желание доказать судьям и самой себе, что именно она достойна победы. Карине Титковой из Москвы 7 лет, из них 2 года девочка занимается художественной гимнастикой. Говорит, сначала мечтала об акробатике, но желание научиться тянуть шпагат и складку, вставать в мостик, помогли сделать непростой выбор. Если ты будешь хорошо тянуться, то у тебя будет все получаться. Многие думают, что тянуться – это больно. А вот как на самом деле? Нет. От 3 лет и старше в открытом турнире на призы чемпионки мира Дарьи Автономовой приняли участие спортсменки разных возрастов, как в индивидуальном, так и в групповом зачете. Для одних эти соревнования первые, а для кого-то очередной шаг в большой спорт. Такие турниры – это прекрасный выход вот этим малышам, молодым тренерам. И это, знаете, это, можно сказать, первая ступенька по большой лестнице спорта. Профессиональными спортсменками станут далеко не все участницы соревнований. Но грациозность, легкость, изящество, выносливость и сила воли не раз помогут им и во взрослой жизни. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».